сообщает ТАСС об уверенности главы города Бердянска на берегу Азовского моря, что в городе курортный полноценный откроется сезон. Я уверен, что курортному сезону 2023 года быть, заявил глава Бердянска. В городе достаточно есть количество санаториев, баз отдыха и лагерей. И хотя уже не в первый раз, а неспособности всех людей пословицу понять. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я выкатываю в своих клипах фельетон. Не поводов снимать такие клипы. До своих последних хватит дней. Из ленты ТАСС. Да и делай, что должен, и пусть будет, что будет.